Продолжаем посадку семян. Сегодня буду вот такие садить пеларгонии зональные. Это смеси. Получается тут по 5 штук семян. И нашла еще у себя сегодня семена, прибирала, нашла колиусы. Тут их достаточно много. Вот такой вот колиус блюмер оригинальный. Тут их много семян. Пеларгонию буду сажать вот в этот контейнер, а колиус под такую крышечку буду сажать. Сейчас посмотрим, что получится. Вот эти семечки у меня не обработанные. Такие вот они. Я уже забыла, какие мелкие семена у колиуса. Я просто зареклась больше их не садить, потому что у меня с ними... в общем, я не дружу. Семян очень много. Сейчас покажу вам мой единственный колиус, который выжил. Вот так вот он выглядит. Периодически он вянет, пытается расти. Поэтому я больше не хочу их заводить. Вот такой вот он у меня на данный момент. Еще, наверное, недели две назад он был бодр. Бодр и свеж. Сейчас вот он такой. Обязательно под парничок. Это у меня пеларгония, это колиус. Тут с крышкой как бы все нормально. Подписывать не буду, потому что смеси у них цвета разные. Подписывать ничего не буду. Оставлю так. Сейчас темное, теплое место. И раз в сутки буду проветривать контейнеры.